С территориями перебор. Я знаю. Но это нормально. Так и должно быть. Черт, как мы теряем просто войска. Возвращаемся. Сбивать осаду идем. Здесь побыстрее осада закончится, а то мы сейчас это кончимся полностью. Упс. Величие упало. А чё так? Не, возрастет, вернется. Потому что у нас просто временное решение было такое хреновое. Ставить осаду и идти сюда. Так, задание укрепления плот. Здание построено. Задание выполнено. Смена конфессии. Где еще будем менять конфессию? Давайте посмотрим. Здесь само сменится. В Слуцке, наверное. Что мы можем сделать? Устроить прием. Совсем лишат меня денег, чую. Текает там вторая армия. Слава о вас идет по всей земле. Новый уровень престижа. Возвращаемся сюда. 65%, черт. Поддержка друга. Очень немногие в этой жизни радуют меня. И тем более... Ой, ладно, Ирен Хавкин подле меня радует очень. Снегами. Мы провели вечер, бла-бла-бла. Передышка была, кстати, 44 стресса в минус. Все, нет никакого стресса. Какой еще стресс? О чем вы? Есть. Готово. 73%. Господи, как это тяжело идет. Давайте вернемся. Кто-то другой. Грация. Грация, бастард, пьяница и распутница. Господи. Но она хотя бы нам детей нормальных нарожала. За каждым ее шагом будут следить. Начинаем задание искать секрет, имеющий целью двор персонажа. Но с припасы кончились, вот в этом проблема. Где тут припасы хорошие можно найти? Ну где-то здесь, наверное. Совсем помрем. Кузина в заточении. Ольга Аскольд, наша кузина. Ранение, блуд. Но она старенькая уже, я думаю, это не сильно страшно. А заключил ее наш мерзкий Степанович Игорь. Что ж тебе не имется-то? Предел Дамьяна не превышен. Давайте еще кому-нибудь что-нибудь отдадим, в конце концов. Здесь что происходит? Кто-то кого-то захватывает, он сильно недоволен. Он еще хочет какие-нибудь владения. Да не то чтобы. А, здесь другая вассалка у него под управлением. А ты что доволен так? Непритязательность. Сразу сколько плюсов дает равноправие. Любят в Киеве. Здесь. Какие еще земли я могу отдать? Давайте, знаете, все-таки, наверное, отдадим Козельск. Потому что это новый будет... новая земля. И, соответственно, новое графство. Соответственно, нового вассала можно создать.
Кто у нас хорошим будет управляющим? Вассал, вассал. Святозар 15-летний может отправиться. Это кто? В Менске. Сын верховного вождя Матфея. Павел есть. Вассал, воитель. Я думаю, из нашей семьи хотелось бы. Забери Тракай, раз все равно там вторая армия. Сейчас разберемся. Святозар, наверное, отдавать нужно. Он хорош, в принципе. Предел домена все. Как бы теперь. Уже не сильно важен. Теперь можно открыть наших вассалов, посмотреть. Мнение не такое уж и плохое. Ну да, вот этот вот не наш, он как-то такой себе. Потребовать капитулировать в войне, это не сильно нам нужно. Это преданные вассалы. Хелбай, Китавр Хелбайтович, он уже у нас 20-летний, правит потихонечку вместе с Миноситой. Забери Тракая, рекомендует Сильвер. Так, где-то рядом вторая армия, да? Есть 3000, а здесь 1400. Стоп, а что тут у нас делает армия? Она... Она чем-то занималась. Она, по-моему, должна была против этих... Как его? Она должна была против налетчиков сражаться. Все норм. Или вторая армия, имеется в виду вот эта вторая армия. Где-то здесь она была. Игорь под влиянием. Прекрасно, можно прекратить поиски. Мы здесь занимаемся тем, что ищем секреты при нашем дворе, собственно. Я думаю, скоро это закончится. Так, все остальное в порядке. Войска продолжают таять. Три триста, две семьсот. Если вас, господа, распустить временно. У них там своя война еще идет при этом. Проблема в том, что нам нужно действительно их распустить, видимо. Дождаться восстановления войск пару месяцев. Ятваги к осаде. Где? А, Ятвагию захватили за нас. Вон оно чё. Ятваги, Ятваги. А где мы тогда будем собираться? Где-то здесь. Собрать местную армию. Тогда еще, наверное, местную армию нам нужно собрать. Притворный шут. Драков много, плащ один. Какие-то очень несмешные шутки, но мы 33 стресс теряем. Прекрасно просто. Шпионаж любовники. По долгу службы тайный советник узнает, что скрывает мой воитель Родослав. Он и моя гостья Бетен втайне стали любовниками. Ну, я рад за них. Что у нас тут? Поддержать вдохновение персонажа не будем. Нужно быстрее сюда. Эти 3000 отбивать как-то. В Гродно, наверное, тоже нужно собирать войска. Или не здесь, а где-то здесь. Здесь нет. Всех сюда, блин, поехали. Ты что, что придумали? Там осада сейчас закончится. Есть. Раз.
Поехали. Командир. Брат маршал. Черт, не успеем. Новое достоинство военного дела можно открыть. Это прекрасно просто. Бей-беги. Потери при отступлении, урон тяжелой пехоты. Прекрасно. Разблокировать. Интересно, будет ли я ответить на этот бой? Ефимий сомневается в доктрине славяноязычества. О, Ефимий, что бы на это сказала Вече? Серьезно, Ефимий, как так можно? Не, я понимаю, что ты как бы вообще тут не по язычеству скорее, а по разбою. Но с другой стороны. Признак человека слабого душой. Есть. Смогли. Отбили. 91% уже. Давайте в Тракай пойдем. Вражеские бойцы еще захвачены, ко всему прочему. Что у нас по угзникам вообще? Давайте заранцемим всех, кого можно. Побег. Мой пленник, верховный вождь Буконт, бежал из моего подземелья. Я впервые такое вижу. Стражникам нечего сказать в оправдании, но ущерб все равно не исправить. Вот ты проклят, Буконт. Еще кого-то убили. Тоже неплохо. Престиж, благочестие, все супер, оно у нас падает, к сожалению, этот престиж. Выкуп 50 получили. Что с оставшимися узниками? Что с ними можно сделать? Они хоть как-то вообще из себя что-то представляют? 10 доблести, 8 доблести. Ну, такое. Какие-то непонятные знания пересеченной местности. Ну, тебя может... Да не, ну нафиг вообще вас всех отпустить с потребованием обращения. Что еще захватить-то можно? Сюда. Захватываем что-нибудь. У нас там с войной будет дела обстоять. Оборона в лесу. Ну окей. Здесь оставим тех, кто будет заниматься захватом, отправим остальных сюда. Поймали. Ха-ха. Рана от руки Шварн. Роман, как же так? Что у нас происходит? Грабеж. О, господи. У нас войск-то больше нету. Нету кого поднять. Сейчас кого-нибудь в Киеве захватят. Но мы тоже кого-то захватили. Что у нас там? 93% все так же. Узника, которого можно выкупить за полтинник. Это приятно, это радует. Что, сюда идти? Помогать? Да не дойдем долго. Сколько тут нужно времени? 6 месяцев. А драка явно 6 месяцев не будет проходить. Это 100%. Но тут пытается отбиваться, конечно. Завершено задание. Все-таки кажется, там что-то происходит вдали от посторонних глаз. Да, мы должны узнать про мою жену обязательно.
А, стоп, я чё? А оборону оставил из-за этого? Блин. А этот побитый уходит, да? А тут воруют дальше. Не-не-не-не-не, наоборот, наши победили. Фух. А я оборону сорвал. Да нет, не сорвал, все правильно, все хорошо. Просто нужно было правой кнопкой кликнуть. Как все сложно, а, вообще. Так, грабеж продолжается. Больше нет. У нас есть, можно... Так, мой сюзерен, вы владеете тем, что по праву принадлежит мне. Отдайте сейчас же. Требует артефакт. Китаура, ты что, охренел? Серьезно, скажи мне. Зачем ты артефакт требуешь? Там за 125 титул можно было сделать. Можно. Обязательно сделаем. Органон без изысков. Органон без изысков он дает у нас за ученость ежемесячный опыт. Нет, я это не отдам. Отказать. При отказе теряет 60 мнения. Вы теряете... Да вообще охренеть. Не, Хеллбайт, ты охренел. Не, Китаура, то есть, сори, фу ты, путаю вас уже. А то Китаура Хеллбайтович, и вот начинаешь путаться. Да, Китаура наносит ответный удар просто во все. Ты прав, действительно, Замбис. Насчет титулов. Объявить войны, вассалы, создать титул герцогства Пинкск. Создаем. Давно уже пора было бы это сделать. Секир персонажа Верховная Предводительница. Вообще тебя бы убить бы как-нибудь бы. Чего бы супер. Есть. 93. А, это не того. Не того. 93-то. Так, а что у нас? Здесь захвачено? Здесь еще не захвачено. Кого-то захватили из союзников, понимаете? У нас узников дофигища. За 25 выкупить. За 100 выкупить. Ну ладно, за 92 хотя бы. Деньги, деньги, деньги. Здесь можно посражаться. Куда они идут? Куда там стрелочка везет? Вот сюда, да? Счет, говорится, равный. Припасы на исходе, больше солдат. Я в шоке. У нас до конца 34 дня. Не, мы смогли. Или нет, не смогли. Куда они делись? Хм, интересно. Так, давайте отделим осаду, а сами пойдем убивать эти войска. Придворные интриги. Мы должны остановить негодяя. Кто-то за... Мой тайный советник приносит печальные новости. Кто-то задумал убийство. Его цель — моя сестра и подруга Ирена. Воу. Раскрыто существование происка убийства персонажа Ирена. Так. Где это в происках? Шанс успеха 5%. Соучастники пока не раскрыты. Во. И что можно сделать? Заключить тюрьму можно Ирену. Страшно звучит, но скидки при распродаже детей. Да, скидки при распродаже детей, все так и есть. Это же Crusader Kings. Ей, 8 золота получили. 100%. Сейчас нужно вот эту армию выбить, после этого мы заканчиваем. Потому что у нас войска на исходе. Есть. Еще бойцов захватили. Ну нет, видимо, на этом мы не заканчиваем. За единичку. Ай, рано. Нет, ничего не будем. О, вот этот хороший чувак. Его нужно потребовать обращения и завербовать. Так, вот этот просто отпускается с обращением. Все-таки кажется, что там что-то происходит вдали. Да, да, да. Если хоть что-то есть, мы должны узнать, что у нас при дворе строится.
Берем нашу армию и пытаемся перехватить ребят. Туда же идем. Говорят, все будет отлично. Так. У меня нет выбора. Ради свободы приму условия. Принимай. Так, ладно, не хочет уходить. Тогда пойдем сюда. У нас дела здесь идут. Победа. Победа к обеду. Больше репутации и набожности. Все, на этом нужно заканчивать. Навязать обязательства. Есть, да будет так. У нас превышение по домену. Фух, я распускаю войска. Можно их теперь потихонечку восстанавливать. И нужно что-то делать с нашими новоприобретениями. Кому будем что отдавать? Тракаем мы владеем. Этим мы. А Браслой владеет наш вассал, вождь Йотва. Ах ж ты ж Йотва. Можно узурпировать титул. Я думаю, это надо делать. Хотя он кому принадлежит? Нынешний владетель. Ага, это вот из другого, из другой Литвы. Из неправильной Литвы. Узурпируем обязательно. Что с казарами? Но мы их грабили. Честно, совершенно и абсолютно искренне грабили. Но есть проблема в том, что они до сих пор большие, до сих пор сильные. И мы до сих пор с ними не воевали. У них есть один единственный союз с чудью. Но я жду, когда вот этот вот навернется верховный вождь, потому что он пьяница и болеет. Соответственно, я думаю, уже скоро. Вот. У них расторгнется их союз. Можно будет с хазарами повоевать за что-нибудь очень большое, вкусное, хорошее. Надо еще, естественно, будет нам восстановить наши войска. Надо будет их немножко увеличить. Все понемножку. Какой ты литовский... Какой ты хмырь литовский будешь? Фанатизм. Владеет де-юре герцогством. Слишком много герцогств. Заключить тюрьму. Да, ему надо заключать его в тюрьму. У нас есть еще одна опасная фракция, которая через 7 месяцев нам объявит ультиматум. Успеем мы эту Браславу победить или нет? Я думаю, да. Мы его можем заключить в тюрьму, он, естественно, не согласится, поднимет восстание, но мы прям сразу здесь, в Браславе. Все это в какое входит? Все это в Литву входит, да? Нам нужно два отдать всего. Ятвагия нам не принадлежит. Тракай и это вот мы сейчас будем раздавать тем, кто будет Литву контролировать. Рождество Тракай. Даровать. Кому? Реня, сестра, придворный наставник, друг. Вассал, 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 вассал. Павел дальше идет после вассалов. Бречеслав, ты не хочешь обратиться, дружок? Пригласить ко двору, не согласиться. Нежелание, воитель своего сюзерена заседает в совете. Ну, у нас просто гостит, видимо. Да? А почему мы можем передать? Как это вообще? Даровать можно, конечно, русинской знати. Констанция кто такая? Он в Полоцке просто находится, вот почему. Тракает, в принципе, ничего так по застройке, по состоянию. Нужно тут явно переключиться, наверное, на то, чтобы здесь потихонечку контроль восстанавливать. Где вопрос? Я думаю, вот здесь 4, где у нас... Стоп. Неподходящая цель. Что? А, видимо, с паузы может снять нужно. Слишком много герцогов, низкий контроль
в графствах, в Тракае, да, нижний контроль. И мы бы хотели здесь бы, вот, в Тракае бы, нет, я ошибся, в Керновье. Усиливать контроль, это раз. Отдай сестре и на пирожку друг к другу ездить. Вот это хорошая тема. Я об этом сейчас и думаю. Просто смотрю, нету ли более подходящих кандидатур, которые бы лучше бы управились. Придворный врач, персонажа... Чей? Миноситов, Твери. У Китауры. Сейчас берем у Китауры Миноситу. Ну а чё? Миносита хороша. Миноситы переговорщик. Не, вот здесь вот есть у нас архитектор достатка, ежемесячный опыт, это, наверное, не то. Это Игиль Игиль Матфеевич Радимич. Это сын, видимо, Игиля. Или это кто-то другой. Супруга Матильда в Минске. Да, в Минске. Это он точно. Властность. Вообще, хорошие бы были бы свойства, которые дают бы всякую скромность, знаете. Всякая вот такая вот выдержка. Или что-то другое подобное было. Значимость. Придворный наставник. Ну, вот ее не хочется от двора, как бы, чтобы он... у нас наставник пропал, чтобы не хочется. Придворный врач персонажа. Да, моего. Брат и маршал Всеволод. Вот, брату можно выдать. Миносита. Не, Миносите все-таки выдадим. Действительно, воистину. Тракай, Керновье, Литву отдадим чуть позже. Когда Браславль заберем. Теперь ваш вассал. Прекрасно. Супруг в Твери. Она... в Керновье. Вакантное место в совете. Маршал. А что случилось? Почему маршал вакантное место в совете? Объясните. О, Шварн Ламати, наш воитель, 23, блин. Отлично. Так, что я хотел сейчас сделать? Наверное, отдохнуть. Поздно уже. У меня за полночь. Полчаса как. Все войска распущены. Можно устроить прием. Делать это, возможно, не буду. Я, наверное, все-таки отберу здесь. У этого вассала. Заключить его в тюрьму попробую. Всеволод Радимич покинул двор. И куда он поехал? Где он находится? В Керновье. Ага, его переманило, что ли, Миносита? Охренеть, такое даже бывает. Как это произошло? А что она для этого сделала вообще? Серьезно, скажите, как переманить с чужого двора кого-то? Это же круто выглядит. Взять, переманить. Ой. На этом мы сохранимся, господа. Вот, я думаю, отличный момент для сейва. О, жесть, 11700. Ну, в общем, да. Я неплохо, собственно, неплохое решение принял, господа. На этом всем вам желаю сладких снов
И не забывайте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, а также следите за анонсами по ссылкам в описании во ВКонтакте, Твиттере и Дискорде. В общем, интрига, как же мы преодолеем это восстание в следующий раз. Жива ли еще любимая тетя Зомбисита? Хороший вопрос, его мы тоже выясним в следующий раз, Зомбисита, обязательно. Жду тебя и всех остальных. В общем, с вами был Дайс, играйте в хорошие игры. И до новых встреч. Пока.